Всем привет, с вами Росиксон. Сейчас я расскажу про Fox Finance. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там очень много всего интересного. И все ссылки на Fox Finance будут в описании, а именно на телеграм-чат, сайт. И также задавайте вопросы в комментариях, буду рад вам ответить. Что за такое алго? Это криптовалюта блокчейна Algorand. Блокчейн Algorand был построен, чтобы помочь создать открытую безграничную экономику, в которой может участвовать каждый. Этот новый тип цифровой экономики может работать только на действительной цифровой валюте, которая работает мгновенно для всех. Это и есть алго. Fox Finance – это ведущий протокол, обслуживающий рынки капитала, построенный на блокчейне Algorand. Протокол предлагает услуги заимствования и кредитования децентрализованно и без разрешения. Благодаря кредитным операциям пользователи Fox могут предоставить ликвидность своих криптоактивов и сразу же начать получать пассивную экономическую отдачу от своих активов. Посредством операций заимствования пользователи могут запрашивать криптокредиты, блокируя депонированные средства в качестве залога. Чтобы пользоваться Fox Finance, тебе нужен кошелек. Есть два типа: PeraWallet и MyAlgo. Первый нужен для мобильных устройств, а второй для работы в браузере. В создании кошелька тебе нужно будет записать все секретные слова и придумать пароль и никнейм. Каково управление Algorand Foundation? Экосистема Algorand перешла на децентрализованную модель управления в четвертом квартале 2021 года. Управление сообществом позволяет всем держателям алго участвовать в процессе принятия решений касательно роста и развития системы Algorand. Подход к управлению для сообщества Algorand прост и обеспечивает максимальное участие. Что такое управление Algo Liquid? Чтобы стать управляющим, текущая модель требует, чтобы пользователи зафиксировали свой алго на 3 месяца. В течение этого времени пользователи должны поддерживать свой баланс алго на уровне, превышающем выделенную сумму, чтобы иметь право на получение вознаграждения. Это означает, что алго пользователей неликвидны и эффективно заблокированы. Fox Finance Liquid Governance стремится решить эту проблему, предоставив новый токен под названием G-Algo, отчеканенный один к одному с выделенными алго, используемыми в управлении. Пользователи могут свободно получать доступ к своим G-Algo и использовать их по своему усмотрению в экосистеме Algorand. В качестве залога для Fox Finance, ликвидности на DEX для покупки NFT и так далее. Преимущество управления Algo Liquid. Пользователи, создавшие G-Algo за указанный период, гарантированно получат вознаграждение. Что же такое G-Algo? G-Algo – это обернутая версия Algo, созданная Fox Finance, которая уникальным образом позволяет пользователям участвовать в управлении и DeFi, и не делая их активы управления неликвидными. Другими словами, это ликвидный токен Fox Finance Algorand Governance, и он чеканится по курсу один к одному с выделенными алго. Что такое агрегатор вознаграждения? Lock and Earn. Когда пользователь погашает проценты по займу или вносит ликвидность с помощью операции Lock and Earn, он получает сумму FR токен. Lock and Earn – это другой способ внести актив. Пользователь блокирует свой криптоактив на фиксированный срок и соглашается не использовать F-токен до конца назначенного срока. Чтобы погасить обязательства, пользователи получают обычный депозит APR, а также количество токена вознаграждения FOX, FR-токен, пропорциональное продолжительности заблокированного периода. Когда период блокировки закончится, пользователь сможет вывести F-токен и потребовать свои депонированные активы. Нажмите на кнопку Farm Deposit на панели навигации веб-приложения. В разделе Lock and Earn выберите актив, который вы хотите предоставить. Выберите период блокировки. Введите или используйте Puzzle Locked, чтобы указать сумму, которую вы хотите заблокировать, и нажмите «Продолжить». Если вы впервые предоставляете этот токен, вам будет предложено подписаться на FR токен, который вы получите в обмен на ваш депозит. Таким образом, нажмите на кнопку «Подтвердить». Нажмите на кнопку Lock and Earn. Вы получите сообщение об успехе, если процесс был завершен правильно. Депозит. Чтобы его сделать, депозит. Чтобы его сделать, нужно на специальной странице депозита. Из личного кабинета пользователи могут увеличивать и уменьшать сумму ранее депонированных активов. F-стейкинг.
пользователи могут ставить свои F-токены и получать на них дополнительный доход. Это работает очень похоже на Algorand Governance, где пользователи вносят сумму, которую они должны гарантировать, что их баланс останется выше в течение указанного периода времени. Как поставить F-токены? Нажмите на кнопку «Депозит на ферме» на панели навигации. В разделе «Доступно для стейкинга» выберите актив, который вы хотите предоставить. Введите или используйте позвонок, чтобы указать сумму, которую вы хотите поставить, и нажмите «Ставка». Подпишите транзакцию. Вы получите сообщение об успехе, если процесс был завершен правильно. Как отменить стейкинг F-токен? Нажмите на кнопку «Депозит на ферме» панели навигации. В разделе «Мои стакированные депозиты» выберите актив, который вы хотите отменить. Введите или используйте позвонок, чтобы ввести сумму, которую вы хотите отменить, и нажмите «Отменить ставку». Подпишите транзакцию. Вы получите сообщение об успехе, если процесс был завершен правильно. Как по мне, очень интересный проект. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте. Все ссылочки в описании. Удачи и будьте осторожны. Если у вас будет конструктивная критика, можете написать ее в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, если вам нравятся такие видео.